Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер 51 Рус. Сегодня поедем, как обычно, версия 03.03.16. Так, поедем. Мы поедем в автомобиле с коня. Тоже данная машинка в доработке. Поедем, давайте по сетке. Даже не знаю, где поехать. Поехали. Поехали, как обычно, на побережье. Автомобиль. Поедем на таком автомобиле. Ну, сюда надо поставить все вот такое, ладно. Поедем, наверное, откроем. Ребята. Воткнули. Пока все это собирается. Откроем гараж, наверное. Хватит, как понимаем. Я там водил отпрыгивает. Что-то парень на вибраторе сидит, что ли. Вообще такой забавный. Все, ребята, еще будем нарабатывать. Так, пробные поездки. Машина будет задний привод, два моста. Присутствует только дифференциал. Ну, в принципе, я думаю, проходимость будет хорошая. Проходимость хорошая, но, естественно, работа будет не очень, наверное. Потом задние маски гребут обычно полный привод выбрать, когда вообще хорошо ловится. Ну пока что, в принципе, я считаю, что не так хорошо.
принципе, адекватно отстают два моста. Чё? Я считаю, нормально. А может, впереди там прорисована балка, а не мост, чтобы удаляться. Задний привод, он и есть задний привод. В принципе, это не смертельно. Главное, делать нормальные настройки. Со звуком все никак не могу попасть, опять со звуком шляпа, ребята, извините. Не могу с ним даже настроиться. Как передач, кстати, ребята, можете скачать группу под видео на канале. Там будет установка, ссылочка на скачивание. Видео посмотрите, поймете, как это работает. Сейчас прикольно. Мне нравится, если поставил, буду гонять эту статью. О, ребята, ко мне присоединились. Грейдер 24. Главное, чтобы не гнали тачку. То сейчас у нас что-то люди с модами. Ну, как по-всякому, по-разному. Будем в 6 утра по ней спится. Автомобильчик получился такой уже ничего такой. Не страшно пускай. Грегор не игрался. Должна тащить его постоянно, чтобы идти там нормально сделать.
тащит нормально и едет. Знаешь, пидоровали, блядь. Вот автомобиль. Сканя 420-я. Отлично преодолевает все настройки. В принципе, пока, наверное, будут такие по подвеске. Давайте перескочим на эту. Открыть гараж. Где мы куда уехали, да? Thank you.
меня, сука. Вот такую у нас получается падает. Один раз сами видите, ребята, задний мост все отлично встает, еще и машина выезжает на трейлер. Вот. Некоторые просто не едут, машина выкинет, жопа растут, наверное. Надо настроечки смотреть, ковырять. Видите, адекватный задний привод.
отлично, машин доедет, смотрите. По карте проехали. Ну, на этом, ребята, давайте не будем дальше кататься, как можно до бесконечности. Буду заканчивать обзор. Всем спасибо большое за просмотр, посмотрел. Ссылка на пираточку будет под видео на канале. Также на версию будет 0.3.0.3.16 и 13.04.14. Играют обе игры через Steam, ребята, можете скачивать, кататься. Рычаг передач также будет ссылочка под видео на канале и в группе. Так что подписывайтесь на группу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, приятных покатушек. Всего-всего. Все, счастливо, до новых встреч. Пока-пока.